Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Максима с ником Абичба. Многие, думаю, помнят, мы уже ему ролили. Вчера после стрима с розыгрышем вольтов мы ему дособирали наконец-то некроса за пак, там где был 10 осколков и сундучки вторые. И в итоге с этого сундука он вытащил уже грубую силу и прокачал ее. Теперь нужны ресурсы на прокачку этого огнекрыла. Сейчас будем трешевать пирате. Сегодня у нас пират. Сейчас вам покажу опять его героев. Ну, тут неплохой аккаунт. Анубис. Варлок недокачанный. Недавно начал он играть. Но уже довольно-таки неплохо смотрится. Вот такой вот так тут. Тыковка с исцелением. Все как положено, в общем. Еще, как видите, герои не особо докачанные все. Но в основном хорошие талантики стоят. Куча всего. Находится он в гильдии Light of Soul. Прием после собеседования в ВК. Лидер айдишку вы видите. Вице тоже айдишка есть. Ярый Сокол. Первые и вторые места, гильдия активная, 69-75, кидайте заявочки, вступайте, сила где-то в районе 100 тысяч. Так, отлично, поехали. Сегодня вот такой у нас вот пират будет. Как обычно, ничего в нем не поменялось. Можете достать эмблему, ну, руну эмблемы, топовую карту, сетик, рибита здесь таки дают. Ну и дополнительно вот такие вот еще награды. Что ценного отсюда, это вот эти вот сундуки, с которых можно достать нормально так рун, также кулачков. Ну, в общем, все что хочешь. Поехали, не будем затягивать. Посмотрим, какой сегодня шанс. Нам надо очень много ресурсов. Пират — самая такая топовая акция на получение ресурсов с того, что у нас есть сейчас на трату. Пока ничего другого нет. Так, все. Базар у нас закончился, акций нету. Так, ну, 15 камней, 1000 кулаков. Поехали дальше. Давайте бесплатно. Ну, неплохо. Камешки ему, конечно, нужны будут. Скоро откроют 12-й левел огнекрылу. И будет реально трешечок. Потому что он будет очень круто усилен. Я обзорчик на это уже сделал. У меня на Китае он 11-й. Там уже на 11-м. Скеле просто начинается жесть. Там уже вместо двух целей уже три. Так, отлично. Как видите, расходников дают. Ну, с этой акции самая топовая акция, где дают кучу расходников. Так, сейчас посмотрим, сколько чего мы сможем накопить с этой акции. Опять забираем. Ну, что-то кулаки, ну, 5000 за один поход. Раньше давала 2,5 где-то. 3 даже давала за полную почту. Ну, сейчас вот так вот. Ну, порезали они у нас на русском сервере ее в 2 раза. И хорошо, что я первый раз успел там 500 000 кулаков забрать. То мне сделали уже 250 тысяч потолок. Ну, 1000 дала. Что у нас получилось? Ну, 2500. Вот так оно должно быть каждый раз, когда у вас забивается почта. Да, на такой силе с огнекрылом ему намного легче будет все фармить. Точно так же, как у меня на китайке. Если бы не огнекрыл, даже там некрос есть, ну, он даже в долю не падает.
Так, ну что, у нас будут третьи карты или нет? Как обычно, третья карта раньше падала где-то в порядке за 100 тысяч самов в среднем. Падает одна карта. Но после того, как здесь все пофиксили, ну, вообще жесть просто. Мне было раз за 250 тысяч одна только упала. Но если вам нужны ресурсы, однозначно надо играть только в эту акцию. Даже молотки бога грома, которые были раньше топовыми, долю не падают. С тем, что вы здесь получите. Да, вы тут не получите там какие-то топовые руны, но зато вы здесь получите столько расходников, что вам хватит на пару героев, думаю. Ну, в зависимости, конечно, от самоцветов. Ну и сундуки. Вот эти первые сундуки, сейчас мы их пооткрываем. Конечно, единственное, опять неудобно, они все никак не дойдут до того, что мы просим некоторых функций в игре просто поменять, сделать более удобнее. Они нам штампуют обновы полным ходом, это, конечно, круто, но хотелось бы немножко изменений в интерфейсе, чтобы было намного удобнее все. Но, к сожалению, пока. Так, отличненько. Ну, я надеюсь, ему ресурсов хватит на прокачку. Кулаков-то точно хватит. Ради интереса зайду. А у него и книг нету, ему нужны значки почета на прокачку. Видите, маленькая сила, он не качает до 200-го, не переводит. Да и кулаков у него не особо осталось. Поэтому, если вы донат, либо у вас есть самики, и вы хотите качнуть акт, то однозначно на сегодня это только пират. Так, ну и сейчас еще пару попросил оставить ему самиков на созвездие. Ну, две коробочки, неплохо. Так, еще раз, еще один разочек и все. Все отлично. Так, смотрим. Получить все. Окей. Побежали смотреть, что у нас получилось. 14 тысяч кулаков за 65 тысяч самов. Там 65, 67. 14 тысяч. Вы с роллинга столько не получите. Так, слизняки, я не помню, падали, не падали там. 14 тысяч кгшек. Также. 800 тысяч значков почета, то, чего ему не хватало для апов. Тоже круто. Вот камни, 148 камней уже. Возможно, у него там было, но возможно и нет. Я что-то не посмотрел изначально. 61 карта обновления таланта. Так. Так. Вот 137 смен чар. Ну, в общем, здесь падает очень хорошо. Чары падают и все остальное. Я тоже немало накопил их отсюда. Вот еще есть такие коробки. Книги тут можно, если использовать, вы получите книги. Можно так, в принципе, он уже сам решит, как он там захочет. Так, 12 коробок мы получили. Один сет Prime Rune. Бог войны. Ну, такое себе. Так, психощит у него третий есть.
13 сумочек. 53 и 14. Так, ну, питомцев получили сумки. Тоже, в принципе, неплохо. Так, окей. Поехали открывать эти сумки. Давайте раз, два. 10 рун. 150. Ну, то, что ему надо. 300. Ну, тоже неплохо, смотрите. Руны пошли. 40 камней. Отлично. Неплохо, неплохо. Так. Что там у нас еще осталось? Давайте. Коробочку, кстати, мы так и не получили, в принципе. Ну, как видите, не повезло в этот раз. Давайте ему немножко поролим. Талантики. 61 смена есть. Так, просвет, ну, первый никому не нужен. Что тут у него по героям? Ну, пятерки, четверки стоят. А не, у кого-то даже... А, вот. У Вольта нащупали единичку. Это вчерашний Вольт. А нет, тут я говорю вчерашний. Вчера мы открыло забирали. Я уже совсем запутался. Ну, кайфовый, кайфовый начинающий аккаунт. Так, где стрелок? Вот мой любимый герой для ролла. Так, ремка 4-5. Хрон у него правильный. Ворожей у него правильный. Бедун тоже. Четверка. Алька тоже четверка. Так. Бигфут. Понятно. Пятый разброс. Герой еще не вкачанный уже. С топовым талантом. Так, Афина. Арктика с замедлением. Ну, флипим пока Афине. Все равно это будет получше, чем замедление. Корка. Поставим пока сюда. Ну, рандомчик. Дай хотя бы одну пятерочку. Пожалуйста. В принципе, за столько карт должен дать. Ну, смотрю, только четверки сыпят. Сволочи. Ну. Сволочи. Ну, ничего не поделаешь. Так, идем. Еще хочу пробежаться, посмотреть. Он нам разрешил тратить все. Поэтому у него можем... как дома быть. Так, давайте тут посмотрим, что у него вообще делается по чарам. Не особо много у него на аргументации героев. Ну, давайте так просто попробуем ради интереса. После, это называется посливать карты, которых он не видел. Давайте до соточки. Будет больше героев, тогда ему надо будет уже что-то ставить. Ну вот проклятое поле, в принципе, неплохо. На варгулю есть. Он уже сам подумает, может, кому-то потом будет... делать того же самого Архникрыла, может ему поставить. В принципе, тоже неплохо на первое время будет, хотя там лучше все-таки ставить атакующий талант. Так.
Где тут его огнекрыл этот? Вот такой, видите, у него. У него не хватало значков почета его перевести. Вот так мы его уже перевели. Офигенный герой. В принципе, вы все сами видели. Все, в принципе, все. Ему вчера реально очень хорошо повезло. Я ему добрал этого огнекрыла. Там не хватало ему осколков. С грубой силой он уже сам разобрался. Я не стал записывать этот видос. Это уже было после стрима, но я рад, что все-таки он даже топовый талант получил сразу же и уже его поставил, прокачал. Ну, я думаю, мы еще не раз будем на этом аккаунте. Все, пишите комменты, подписывайтесь, обязательно участвуйте в конкурсе на Некроса. Ссылочка под описанием. Всем удачи, всем пока.